Почем нынче грибы? Сейчас мы узнаем. Ценник грибов. Ценник грибов у нас 49,70, а 1 литр. Ну, наверное, недорого. А может и дорого. В общем, мы заправляем нашими грибами нашу машинку и выезжаем. По грибы? По грибы. Второе нашествие пришло, друзья. Собирайтесь, присаживайтесь поудобнее и айда с нами в лес. Да, нынче дорогие грибы. Такой, друзья, мы едем дорогой в лес по грибы. Вышли мы как-то с Анечкой прогуляться. Смотрим, чьи-то грибы стоят. Думаем, ну, возьмем, наверное. Вот, смотрим, гриб стоит. Я нашла чей-то гриб. Ух ты, какой. Смотри, красавец. Беляк, вообще, говоря, ништяк. Ну что ж, друзья. Погнали, ну что, с почином. С почином. Вторая волна грибов. Вперед собирать. Смотрим внимательно. Прям в глаза оба. Нынче, а что-то я не понял. Кто-то прошелся, что ли? Конечно. Вот они, красавцы. Красавцы. Я же говорю, машина ехала. Вот они, грибочки. Да нет. Нет, тут не было никого. Ну что ты пугаешь? Такие. Ну, какой большой. Такой вот. Такие вот у нас грибы пошли. Так, это вторая волна. Давай ты. Вон, смотри. Сколько? Ой, сколько их тут. О. Да какие они влажненькие. О! Вот так вот. Вот еще один. Это уже хорошие. Так. Вот таких вот. Три богатыря. Есть тут, конечно, еще. Вон он. Еще один. Вот там хлебокраюшки. Ох, сейчас мы насобираем. Сейчас надо их почистить. Так, смотрим наши грибы. Да, действительно, чистенькие. Такие вот они, красавчики. Так, один. Так, второй. Такой вот у нас чистенький грибок. Хорошенький такой. И еще один такой вот боровичок. Так, ну что, эти прикрываем. Пойдемте, друзья, дальше. Сбор грибов начинается. Это вторая волна. Как бы вообще просто прелесть. Даже далеко ходить не надо. Они прям вот они. Такие вот они. Спрятались. Хорошенькие такие. Ну, пробуем. Пробуем. Так, один. Друзья. Ух ты. Второй. Так, вот этот уже скушенный. Ну и маленький тоже скучный. Так, надо срочно посмотреть, что у нас по этим. Так, этот нормальный такой. Отлично, этот вот надо проверить. Так, этот скушенный. Ну, единственное, что тут лап, шляпку возьмем. Так, все. Пойдемте вперед дальше. Смотрим внимательно под ноги. Так, ну вот он. Как раз под ногами он и сидит. Спрятался среди шишек. Ох. Это уже хороший. Опа. Такой вот. Так.
Великолепная ножка. Прям бодренький. Идем. Ищем дальше. Ищем, ищем, ищем. Прямо тут под ногами их намного, полно еще. Если очень внимательно. Прямо на этом месте их всегда было полно. Так, о, точно. Вот он, смотрите. Ух ты. Гриб. Так. Великолепный. Просто великолепный. Такой вот. Давайте песочка его. Солнечный гриб. Отлично. Продолжаем. Какой большой вырос. О, да он такой плотный. Ну, смотрите, друзья, какой гриб. Ух! Сибирский боровик. Но он уже червивый. Ставим его белком. Так. Вот он весь такой. Уже трухлявый, но зато рядышком я вижу, вот такой вот спрятался у нас. О, тоже скушенный. Странно. Грибам еще рано быть съеденными. Ой-ой-ой, а вон он спрятался. Чуть было не проглазел. Честно. Так, ну что там тоже совсем. Странно. Когда их успели? Рано же еще. Так, ну вот масленок здесь есть. Масленок. Масленок. Такой вот масленок. Так, я в корзинку положу, потом почищу. Так, идемте дальше. Сейчас пойдем. Так, вот таких вот двух нашел. Я бы не сказал, что они супер-пупер. Да. Они вот все такие червивые. Это тоже, наверное, такой же. Да. Так, ну вон я вижу. Великолепный такой. Стоит взрослый. Ох ты, чуть. А под ногами-то. Тут надо внимательно. О. Такие вот. Да что такое? И этот. Этот тоже трухлявый. Вот елки-палки. Так, ну это, наверное, такой же, да? Гриб красивый. Гриб такой красивый. Но нет, нога плотная. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Да, съеденный. Вот, весь съеденный. Так, ножку спрятали. Такой вот только что был срезан мною гриб. Я думал, он тоже трухлявый. А он оказался очень даже неплохой. Так, вот так вот мы срезаем. Видите, сколько отверстий. Ох ты. Да. Ну, в общем, он оказался очередным трухлявым. Смотрим дальше. Внимательно. Внимательно. Бродим по лесу и смотрим, ищем грибы. Грибы пошли. О. Тут Анечка уже насрезала. Уже насрезала. Пробежалась по всем моим местам. Так, вот. По-моему, мы подходим сразу к двум. О, я вижу еще третий.
Вот такие у нас вторая волна. Тык-тык, ты живой? О, есть один, второй и третий. О, где третий, когда еще он четвертый? Вот он, четвертый такой, спрятался. Заберем его. Так. А вон еще стоит красавчик. Так, ну давайте посмотрим, насколько эти удачные грибы. Так, это никакой. Этот пойдет на сушку. Так, этот тоже никакой. Жалко. Но этот, походу, тоже, да. Этот тоже никакой. Волна. Надо было все-таки вчера. Так, ну вот, поворачиваем голову. И вот они стоят. Держись, камера. Так, смотрим, что здесь у нас. Опа. Так, проверяем. Такие грибочки. О, судя по всему. Так, только вот шляпку можно взять. Так. Да, здесь тоже только шляпку. Все. Так. Тут я заметил еще же. Вон он один стоит. Анечка его не заметила. А мы сейчас заберем. Грибы плотные, но, как видит практика, показывает очень даже уже червивые. Так. Ну вот. Такую шляпку и возьмем. Так. Вперед за новыми порциями грибов. Комаров уже не так много, как было это месяц назад. Но все равно еще зудят. Уже можно хоть без шлема ходить. Без маски. Птички поют хорошо. Вот он какой стоит. Красавчик. Белый боровик. Вот так вот, на солнышке он. И вот сейчас вот я медленно так вот камеру. Опа. И вот он. Вот такой вот спрятался. Такая краюшка хлеба. Ух ты. И рядом с ним еще есть маленький. Ну, большой мы, наверное, трогать не будем. Потому что, судя по тому, как по нему активно ползают муравьи. Ну, так-то плотный, но вот такой вот. Уже приличный, большой, но он весь, наверное, накусанный. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим. Да. Вот он весь. Даже такая нога съедена. А вот этот надо посмотреть. Маленький. Опа. Так. Что у нас тут с малышом? Блин, и малыша съели. Только шляпка. Только шляпка. Так, ну вот он еще один. Вот еще один. Ого-го. Так, ну что?
О, вот еще под ногами. Да, такого б я точно бы. Это вот называется, когда ты свои грибы собираешь. Они вот так вот спрятались, два штучки. Вот. Один малыш. Второй малыш. Вот этот вот. Ух ты! Еще один богатырь. Такой вот. И вон он стоит. Такой тоже хороший. Такой богатырек. Ну, того трогать мы не будем. Здесь надо теперь внимательно посмотреть, что у нас тут есть. Есть у нас 4 богатыря. Вон он еще один стоит. Давайте вот тут посмотрим, друзья, что у нас вот с этим. Уверен, конечно, что он тоже, наверное, съеденный. Так. Вот так вот. Больше вроде бы не видно. Да, ножка мягкая. Ножка мягкая. Да, и внутри он тоже весь скушенный. Так, надо посмотреть, что у нас с этими. Что мы тут взяли. Так, чтобы у нас в корзиночке было все чистенько. Так, этот сразу видно. Вот он. Так, вот он чуть-чуть съеденный. Если честно, я бы такой не брал бы. Но если вот так вот вырезать его, то ставим на сиденье. Так, о, вот эта ножка плотная. Нет, ножка плотная, только шляпку возьмем. Все. Так, здесь такая же ерунда, только вот этот кусочек шляпки, да, даже вот. Все, что мы можно взять, вот единственный целый грибок, пока не накусан. Вот из 5 грибков белых взяли только один. Так, вот еще я вижу. Прям, ну, можно сказать, такое подозрительное. Подозрительно сухая голова. Подозрительный. Да, весь. Абсолютно весь. Так, поворачиваем голову. И видим еще один боровик. Боровик. Да, хорошие находки. Прям вот они, рядом. Но обратите внимание, друзья, что их поела муха. Поела. Так, а вон какой симпатичный стоит. Так, тут вроде под ногами больше не видно. Смотрите, вон. Ну, просто посмотреть. Явно, что его тоже съели. Вот так вот он на опушке. Вот такой вот светится. Да, тоже. То же самое. Пусть стоит. Так, я тут видел где-то еще. О, по-моему, чуть было не пропустил. О, точно, чуть было не пропустил. Смотрите, какую семейку нашел. Так, вот здесь вот кто-то пытается вылезти. Смотрите, вот. А, спину куснуло. Ой, какой он спрятался. Молодой. Так, вот этот молодой раз.
богатырь. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон, семь, восемь, девять. Ой-ой-ой. Так, ну, давайте. Так. Будем выкручивать. Так, один. Второй. О, тут маленький, но потом. Еще тут два. Вот таких вот. Потом вот он спрятался. Ух ты! Вот он спрятался. Так. Потом вот такой вот спрятался. Так, ну это гнилой. И вот. И вот этих вот давайте тоже заберем. О, такие вот боровички. О. Такой вот боровик. И вот он. Среди иголок. О, хороший такой, плотный. Плотный. Ну вот. Мы с вами такую поляночку. Давайте еще внимательно посмотрим. Тут я вот вижу вот такой вот. Смотрите, как он. Ой, а вот они трое. Точно, троица. А вот этот вот, смотрите, как он красиво. Так, ну значит, посмотрев, мы забираем вот этот. Этот трогать мы не будем. Но посмотри, какой он красивый. Как на нем хорошо сидит красиво листик. Он весь вот такой. Я его даже трогать не буду. Я знаю точно, что он, возможно, червивый. Но чтобы не трогать, пусть дальше растет. Так, один мы взяли. Здесь вот я еще один смотрю. Вот такой вот. Такой вот. Вот еще два. Так. Под ногами внимательно очень надо. Еще один вижу. О. И этот даже вот. Он друхлявый. Ой, смотрите. Там прямо аж кишит червячками. Сколько там мошек. Так, и вот этих вот два мы заберем. Так. Это точно будут наши. Так, плотно. О, даже ножка плотная. И этот плотный. Так, ну этот не будем трогать, он больной. Пойдемте чистить, смотреть, что у нас получается по сбору. Вот мы собрали вот такую полянку. Сейчас мы переберем их. Тут же посмотрим. Так. Этот, к сожалению. Так, вот этот плотный. Нога тверденькая. Хороший. Хороший. Идет в корзинку. Так, следующий у нас. Вот этот. Ну, прям. Чувствуется плотно, но съели его паразиты. Съели. Ну вот, только шляпку и берем. Так, следующий. Тоже. Да, печально.
только шляпка. Шляпка. Так, смотрим, этот был в песке. И видно, что ножка более-менее. Хотя нет. Какая она более-менее? Вот только шляпку. Так, что же? Да не, этот тоже. И этот тоже. И это все тоже. Да, смотрите, как вот, друзья, буквально сутки, наверное, да? И все, грибам пришел просто амбец. И это. Ничего не подошло, только одна шляпка. Еще одна шляпка. Вот такое вот количество грибов порезали. И ничего нету. Да, сбор грибов хороший, но полезности в них 10%. Спрятался у нас малыш. Такой вот, вроде плотный. Один. Так. Здесь вот я где-то видел еще один. А где он? Куда он убежал? Вон он. Маленький такой. В этой партии все, а? Сейчас посмотрим, что с этими друзьями. Забираем их в лукошечко. Так, этот нормальный. Так, и этот тоже нормальный. Вот ближе. Глинище, то грибы плотные идут. Продолжаем тихую охоту. Медленно бродя по лесу, внимательно изучая каждую бугорок и кочку. Так, вот в этом месте я знаю всегда много грибов. Если, конечно, Анечка тут убежала вперед меня, она могла здесь быстрее меня. Эй, сдавал свои места грибные. Ой, какая птичка. Смотрите, какая птичка полетела. Кто такой? О, полетел. Как на молодого похож. Ну ладно, пусть летит. Мы вообще-то не охотники. Вон он, гриб стоит. Но он большой. Так, вот он еще один. Так, в этом месте были грибы. А сейчас что-то мы их не видим. Даже маленьких я не вижу. Ну-ка, вот за этим бугорочком. Странно. Обычно здесь прям усыпано. Ой, через буреломник пробраться. Здесь я тоже не вижу. Но здесь, наверное, Анечка пролетела. Пособирала. Опс. Вот он. Спрятался на обрыве. Вон влажная головка. Вот такая. Шляпка у него влажная. Значит, будем посмотреть, что у нас. Такой вот у нас попался, нашелся. И, по-моему, неплохой. Неплохой. Прям аж режешь ножиком и чувствуется.
Вот он весь чистый. Ну, слава богу. Хороший, большой, крупный гриб. И он оказался качественным. Так. Тогда мы тут на холме смотрим внимательно. Прям внимательно, внимательно. Иначе мы можем упустить крупные крепкие боровики. Так, там стоит. Да, лазу приятно, когда вот такие проходишь мимо таких грибов. Вот два усыпанных. О. А тут что-то я вижу под осиновики. Вот, ну эти товарищи точно у нас будут все целыми. Смотрите, друзья, что я нашел. Подосиновик. Подосиновик обыкновенный. Вот тут такой вот подосиновик. Красноголовик. Вот тут они. Красавцы. Целенькие. Отдельно лукошкой будем складывать. И вот из них тут еще целая поляна. Так. Вот их сколько много. Но я не уверен, что они прям все будут такими идеальными. Но посмотреть можно. Посмотреть можно. Такой вот. Нога аж твердая такая. Ножка твердая. Разрезаем шляпку. Посмотрим. Да. А внутри-то он, друзья, никакой. Кроме ножки, отсюда больше нечего взять. А, даже ножка, вот она такая. Вот она. То бишь, они сухие. Ну, давайте посмотрим. Вот этот. Так. Что у нас он? Ох, какой он твердый. То же самое. И вот, возьмем один. Вот этого малыша. Вот этого малышка возьмем. Так. Анушка была, да не везде. Вот такие вот сидят два. Такой вот один. Такой вот второй. Так. Такой вот у нас третий. Так, и вон он еще один. Ой, не один. Такой вот еще один. Ох. И чуть повыше спрятался. То есть собираем их. Красноголовики. Вот такая партия отмена. Боровики все червивые. Ну, надо проверять. Проверять надо. Вот собрали два ведерка. Одно ведерко Анечка насобирала. Одно ведерко я с вами нарезал. Ну, вот, вот так вот у Анечки красивые все. Наверное, червивых нету. Она их не любит собирать. Вот, ну и мы. Побежала она в лес дальше. Зато здесь вода гудят просто. Жесть, смотрите, я один нашел. Вот он еще один такой. Ох, как вода кишит меня. Таких два карандашка. Продолжаем.
сбор наших грибов. Так. Хороший вроде бы. Так вот он спрятался. Вот этот замечательный. Сейчас проверим его. Сейчас мы его проверим. Нет, ненормальный. Продолжаем дальше охоту. Трутни прям летают, над духом жужжат. Прям покоя не дает. Так, что-то я вижу впереди. Надеюсь, вы также видите. Ох ты, кусаются как сильно. Так, посмотрим. Так, будем смотреть. Так, раз. Такой вот еще один. Еще один малыш. Так, вот еще один. Так, вот такой вот еще. Красавчик. Бровичок. Так, пойдемте за следующими. Тут я вижу два. Его мы тоже забираем. О, хорошая шляпка. И вот такой маленький-маленький. Вот тоже его возьмем. Так, вот эти забираем. Так, и вот он еще один маленький. Прям совсем крохотулечек. Ох, вода, ну вообще весело, алые ребята. Тут, ну вот, у нас собралась такая компания. Да, звуки такие, что ого-го. Так. Так, шляпка. Так, отличный такой. Тоже отличный. Так. Ну так себе. Шляпка. Так. Кыш, пернатые. Так, еще один. Так, здесь тоже только шляпка. Так, отличный гриб. И тоже отличный. И вот он спрятался. Ну, такой. Никакой. Ну вот. Немножко натрусили белкам. Немножко натрусили себе ведерко. Такой тут еще один стоит. Красавчик. Большой-большой. Но трогать его не будем. Да, в этот раз просто смотрите, какой рой. Господи. Бьются головой. Прямо в машину. Это трэш. Решила я вам Анечку показать, как Анечка собирает грибы. А то все такое. Вот. Первый, высший сорт. Гриб, высший сорт. И вот я еще вот справа. Думаю, что, а вот смотри, я думаю, он тут. Да. Вот так вот. А вы бы точно все прошли. Смотри, какой красавчик. Угу. Эх, ням-ням. Так, теперь смотри, опа. Ну, точно. Ты не умеешь так собирать? А я еще гусеницу нашла. Смотрите, вон как ее бедные муравьи уже мучают. Что-то съедят. Съедят, напали. Так, теперь смотрите, как надо ходить за грибами. Вы просто неправильно ходите. Иха. Маленечко этот. Этот уже переросток не пойдет. И я дальше пошла за грибом. О, точно, глянь, как, а я вообще это не заметил. Я же говорю, тут вот так вот надо ходить. Вы что, отходите неправильно по грибы, молодой человек? Точно. А я что-то их вот перестал видеть. Вот я вот так налупила ведро. Просто надо вообще прям низко-низко. Ну все, приступаем. Маленький там. Совсем маленький. Что-то в этот раз
столько ведер медленно собираются. Вот такую вот крохотулечку возьмем. Да кручусь я. Просто уже 3 часа на улице. Ой, сколько их тут много. И я уже, кажись, подустал. Мне уже как бы и грибы, и не грибы, а их все еще много. Такие они в песочке сидят. Это мы сейчас переехали с Анечкой на новое место. А их тут вон, смотрите, просто под ногами полно. Только не ленись, внимательно смотри. То большие, то маленькие. Может, за Анечкой походить, пусть она собирает. Так, кажется, наш грибок стоит. Ой, еще один. Шел-шел и нашел. Такой вот белый. Он плотный. Уже в нем всякие жучки. Сейчас посмотрим. О, еще один. О, еще один. Ничего себе, смотрите, друзья. Вот так вот. Один, точнее, второй. Потом вот такой вот сидит здесь. Третий. А вот четвертый. Ух ты. Там он большой пятый, но мы его не трогаем. Так. Вот такая четверочка грибов. Так, больше вроде бы не видно под ногами. Чистим их. Сегодня у нас просто хорошая, отличная прогулка по лесу. И подышать свежим воздухом. И вот найти вот таких 2 грибочка. Ой, сегодня сколько я раз уже присел. Вот такой вот подосиновик. Один и вот второй. О, 2 близняшки. Вот такие. Сейчас мы их зачистим. А как вам такой вариант гриба? Ой, судя по всему, в нем кто-то живет. Сейчас узнаем. Судя по всему, в нем живут. И живут много жильцов. Раз на нем столько отверстий, столько мух. Вот это наш вариант. Такой плотно сидит. Ух ты. О, даже звук. Как будто я в дерево постучал. Плотненький. Вот такой вот у нас вариант. Сейчас мы ему почистим ножку. Вот. Ножка идеальная. Просто идеальная. Такой вот у нас красавчик. Манечка говорит, пошли за мной, говорит, там много грибов. Ну вот, партизанскими тропами мы идем за ней. Так. Посмотрим, как Анечка собирает грибы. Маленькие, махонькие. Вот. О. У меня на одном месте 17 маленьких грибешек было. Да вам. Да вам сегодня прям везет? Нет, я просто хорошо ищу. Все, понял. Значит, я плохо. Не, просто увлекался чисткой за чисткой. Если бы я собирал бы по нашему сибирскому гриб, включаешь 5-ю скорость и понеслась. Тогда... Да, я бы уже пол леса бы обижал. Тут нету. Ага, давай. Собирай. Значит, тут должны быть маленькие дорожные, видишь? Придорожные. Да, они везде есть. Вот, смотрите. Маленькие. Угу. Так, ну тут вот в округе надо посмотреть.
Смотрим. Все ко мне, все ко мне. Я 4 гриба нашла. Так, смотрите. Раз. Так, раз. Ага, действительно. Смотри, два. Действительно. Так, там уже кто-то нашел 3. Так, вот тут вот сейчас я обратно их найду. Скорее, скорее, скорее. Вот. 3. Ага. Вот 4. Точно. Все нашла. Замечательные грибочки. Гарантированно чистые. Это на маринад. Ну да, они в песке живут. Так, пойдемте поможем Анечке еще пособирать. Чтоб ей повезло еще больше. Потому что-то я уже не хочу больше наклоняться. Ну да, устаешь. Это, конечно, третий час сбора грибов. Сколько уже? 6-8 ведер? О-хо-хо. Что-то уже даже идешь и не видишь, да? Да, так идешь и не спотыкаешься об грибу, об угорочке. Мы вообще помним, где наша машина? Да, вот сейчас. Да. Вот, красавец. Боровик. Скорее всего, да. Да. А, это уже даже кто-то срезал. Уже кто-то срезал. Значит, не наш был. Идем против солнца. Отражает по-другому. Тут Анечка что-то так рьяно. Красноголовик. Ага, давай туда зайдем. Что-то здесь большие. Совсем большие? Да, уже видишь. О, что негоже. Негоже. Ну да. А помельче тут среди них нету? О, а я зато маленькую нашла, да. Поменьше. Обычно вот где большие, там и маленькие. Этот пойдет. Можно сказать, выкрутила вот идеальная ножка. Угу. Обычно где большие, там и маленькие. Угу. Вот-вот должны вытыкнуться. Но, наверное, не в этот раз. Наверное, не в этом случае. Такие малыши. А это что тут? Не, вот под твоей ногой смотри. О, точно. Вот тут кто-то шел, вот, но уже все, он высох. Так вот. Прям совсем белый он, видишь? Ну да. Вот это прямо мне нравится, такой грибок. Да, если бы их еще побольше, да побольше. И чтобы они прям сочными были. Тогда будет вообще полный грибной коллапс. А вон птичка сидит, смотрите. Ох, полетела. Смотри, а тут 2 грибочка позади тебя сидят. И где? Вот. Вот, я пока на птичку отвлекся. 3 даже грибочка. Да, я пока на птичку отвлекся. Вот такие, раз. А грибы-то. А трутни-то, трутни. Да не трутни эти. Да, что оводы, что трутни одно и то же. Нет, трутни это... О, смотри. Да, смотри, смотри. А я вон еще нашла. Ой, смотри, тут целая полянка рассыпана. Россыпью. Да, вот они. Виноградная. Так, 2 считаем. 2, 3. 4. 4. Так, ну вот тут так, у меня. Ух ты. 5. Вот тут вот 6. Ну, прям уж совсем маленький. Резать. 6. А вон еще. 6. Где? Впереди прямо. 6. Вот он, вот он. Да. Вот он. 6. Ух ты. 7. Отлично. Ну, маленечко. Виноградная лоза. Анечке хочу гриб подарить. Да, мимо такого не пройдешь. Да. Такой. Вот, отличный. Ох, какая злобная песнь. Да, эти товарищи. Они, смотри, кусают очень больно. Если ты вот сейчас вот не убьешь на коленке. Да, это ладно, кусают. Они еще откладывают такую штуку под кожу. Да-да-да. Бедные олени. Неприятно. Ну вот и прошел 5-часовой рабочий грибной день. Нет, тихая охота. 5-часовая тихая охота. Да, вторая волна уже вышла грибов. Сегодня 7 июля. И буквально с Анечкой, не напрягаясь. Да, конечно, вы видели, сколько очень много червивых грибов. Если бы
они бы не были бы червивыми, тут бы грибов было в 5 раз больше. Да, мы хорошо потрудились, хорошо постарались, и вы нам помогли. Вот, надеюсь, вам понравилось, и сюжеты, и грибные, они будут еще впереди целое лето. Ну, пока мы тут выставлялись, да, можно я? Да. Вот, тут завершающий еще... гриб, да, сегодняшнего. У нас еще один гриб, и вот он как раз спеленький такой. Молочная свежесть. Анечка, что-то скажете? Было тяжело? Я вообще так отдохнула. Блин, такой драйв, такое настроение, несмотря на ранний подъем. Я полна сил, бодрости и энергии, потому что это все надо переработать. Но встали мы в 3 утра. Да. Но основное, я думаю, посушим, правда? Да, это сейчас быстрее всего. Потому что... теперь бегом-бегом домой, на работу. И вам пора, и нам пора. До скорых встреч!